Het grootste militaire kamp van het Russische leger in Tsjetsjenië bevindt zich in Gankala, even buiten Grozny. Hier kunnen we de trein weer nemen, maar wel eentje die nergens heen gaat. Treinstel 2765 is hier speciaal neergezet als accommodatie voor de pers. In de trein worden we verzorgd door tante Ljuba. Vroeger werkte ze als conductrice op de trein van Moskou naar Grozny. Maar sinds haar huis in Grozny is verwoest, woont ze in deze stilstaande trein. Alles wat ze mee heeft kunnen nemen, past in haar conducteurskastje. А что с дочкой случилось? Почему? Ну, вот она после августовска сильные бои были. Мы как раз находились в точке боевых вот сильных таких действий. И она вот оглушила ее, понимаете, вот этими бомбовыми ударами. И мне стало это уши как закладывать, гул в голове. Потом страх появился. Она стала бояться, вот даже выйти боялась. Ей казалось, что самолеты летят, бомбят. Я на 4 месяца попалила, умерла. Кто виноват теперь во всем? Не знаю, вот кто виноват. Девочки нету, это моя надежда была. Мы как одна семья с ней жили. Я веду как подружки, даже не считала, что ей 18 лет, а мне 50 лет. Она считала меня как подруга, везде мы с ней. И в подвалах, и везде. В подвалах сидели, да, в бомбежку? Все время. Это так за меня переживала, я вообще болею, гипертоник сама научит, боялась, что я умру. Всегда мне давление, мерила аппарат, у меня было, да, всегда мерила мне давление.